Короче, я так понял, троих пускает, а четвертого не пускает. О, пустил. Ну, зашли. Наконец-то. Ну-ка, кто там? Квотлы, квотлы. Два котла, два Алина. Офигеть. А у нас два Винчи, котлы. Не забывайте выкупать города. А выкупать означает, что нужно сбивать цену по максимуму. И кто красный? Сигим. Сейчас сам гляну. Сигим. Тут два Сигима, я хер пойму, кто из них какой Сигим, блин. Красный, нам с тобой надо центр захватывать, центральные города, вот этот. И вот здесь. То есть мы одновременно вместе захватываем это по одному городу по очереди. Сперва мой левый, потом твой правый. И быстро застраиваем их военными районами. Гони сразу туда все войска. Вот сюда. Рядом с городом. Ты там не обязательно героя иметь. Короче, ладно, развивайся как получается, как-нибудь справимся. Просто я хотел мощную тактику предложить.
Вы тут, пацаны, у вас получается? Кто-нибудь один? Угу. Золото, мне не надо помогать, если что. Ты свой фланг держи. Ко мне вообще не лезь, а то просрём. Ребят, вам надо скорее вот этот город захватить, все синий и красный. Блять, а кто желтый? Вой, ты желтый, да? А, ну все. Угу. А то я думал, может, я попутал что-то. Вот, теперь да, помогай. Потому что твой на меня наступил. Не, ну куда вас хер понес? Блин, вот я тупые, блин, юниты, а? Суки. Войт, свой флан держи, все, Войт, отступай, не лезь, ты, мы не пробьем. А хотя, наверное, пошли, пошли пиздить их. Красный, тебе что, скинуть Тимония, что ли? Ты мне бабки кидаешь. Блядь. Что, пошли дальше давить, я не знаю, получится у нас или нет. Красный, тебя там голубой что ли давит? Отобьешься?
покусим этого, блядь, джина долбаного. Я не помню, как его зовут. Войт, отступаем, восстанавливаемся. Войт, не просирай войска, отступай и это перестраивайся, потому что наши справа давят. Блин, Войт, офигеть, ты ж свой фланг тяни, у тебя тут розовый живой, офигеть, он скоро тебя пронесет в один прекрасный момент. Ну, я же говорил, ну, короче, так и получилось, мы проебали.
Да мы уже просрали, тут нечего делать. Ну, можно попытаться пообороняться. Но, по-моему, сейчас голубой пронесет красного и уже ничего не сделаешь. Надо было каждый свой фланг проносить. Да я бы тебе помог, но мне нечем, меня же тоже давят, и Войда давят. Бабки отдаешь, я тебя хотел город продать. Ну вот теперь не могу продать. У меня как раз был город для тебя. Ну ничего, сейчас это рехов сделаем. Вой, детка, если ты пронесешь свой фланг, то мы, может, и выиграем. Сейчас попробуем. Я, в принципе, зашился нормально, они меня пронести не могут, но, блядь, голубой сейчас красного победил, и теперь надо как-то не просрать всему этому делу. Еще бункер ебану на центре. Сигина, синий, короче, живи. Мы, может, и выиграем. Правда, мне надо напрячься, надо пиздец как. Меня слышно? Да так кто говорит? Задавите голубого со спины, пожалуйста. Мне сейчас вообще не очень сладко. Потому что да эти, у меня я два верю, бота верю. Начали давить. Я этим занимаюсь. Я вот как раз уже пошел наступать. Сейчас только бахну бункер на центре. Сидим, но я гашу голубого. Давайте заново это уже все. Это тут не победить его. Ну давайте, похер. Я так понял, он разросся на полкарту. Ну можете его отодвинуть попытаться, у него просто тут миллиард ковчегов в одном месте. Я не знаю, что с этим делать. Ну хз, давайте попробуем. Я не знаю. Вон я уже у голубого забираю наши эти города. И иду к тебе, кстати. Блять, дождь тупой.
Сколько у вас Тимония было? Тебя уже загасили, что ли? Давайте уже перезапустим, тут уже бессмысленно играть, в принципе. Давайте, ну. Давай. Надо вы еще помпу. Не потух. Абортите, вы ж не абортите. Просто выйдите в комнату и создавайте.